1 октября мы традиционно отмечаем День пожилых людей. Конечно, акиматом города проводится постоянная работа. Мы считаем, что пожилых надо уважать каждый день, а не только в день 1 октября. Поэтому у нас в городе предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров, инвалидов всех групп. Участники войны у нас ежемесячно получают коммунальные льготы. Труженики тыла, которых у нас в городе 5,5 тысяч человек, тоже у нас получают коммунальные льготы в отопительный период.